Кавказская кухня хорошо знакома нам по нескольким классическим рецептам, которые уже давно вошли в наше меню. Одним таким вариантом наваристого и ароматного супчика я как раз спешу поделиться. Хочу предложить вам взять на заметку классный вариант, как приготовить харчо. Традиционный рецепт грузинского супа на самом деле совсем не сложный. Единственной особенностью данного блюда будет то, что тут нет свежих помидоров. Однако далеко не каждая хозяйка в Грузии кладет их в суп. Необходимые ингредиенты. Досмотревшим ролик до конца. Подписка на канал. Гарантия свежих вкусных рецептов. Обещанный список ингредиентов. Говядина 500 грамм. Лук 3 штуки. Рис 1/2 стакана. Грецкие орехи 1/2 стакана. В кемале 2 столовые ложки. Томатная паста 1 столовая ложка. Зелень 1 пучок. Кинза, петрушка. Соль и специи по вкусу. Лавровый лист, приправа для харчо, острый перец, чеснок, растительное масло, 2 столовые ложки, количество порций, 6. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До новых встреч!